Его напал лев и разорвал на куски. Да обретет он покой. Кораблик, подношение Посейдону. Кто-то явно боялся погибнуть в море. Здесь лежит мой отважный брат. Он должен был дать бой врагу, угрожавшему нашему дому, но стал пищей для акул. Все, что от него осталось, погребено здесь. Акулами повелевает Посейдон, как и прочими морскими тварями. Он более опасный бог. Защити нас от зубов и когтей. Похоже на молитву ребенка. Золотое блюдо с символом солнца. Дар Аполлону, посвященный его юности и силе. У львов золотистая грива, как солнце. Аполлон наверняка любит этих зверей. Значит, он более опасный бог. Ты! Я знаю, кто ты! Афина подослала тебя ко мне. Почему ты так думаешь? Меня должны были судить за убийство. Но все записи сгорели при пожаре. Я был свободен. Но недавно мне приснилась Афина. Она взывала к справедливости. И вот ты здесь. Меня наняла одна женщина. Мое дело не связано с тобой. Но все изменится, если будешь мне мешать. Я помню, что сказала Афина. Я встречу смерть с клинком в руке. Нет! До конца! Я нашел все, что нужно. Теперь могу разгадать загадку. Хайре, тебе что-то нужно? Ба,
Сам герой Мегарида явился, чтобы спасти нас. Ты поставил на Афины? Да нет. В Мегаре я преуспевал. Поставлял афининам оружие, пока ты не перебил их. Теперь у меня нет покупателей. На войне можно лишиться не только денег. Тебе повезло. А, иди воит со своими советами. Хочешь искупить вину? Верни то, что по праву принадлежит мне. Я должен отнять это у афинин. То, что нужно. Положись на меня. Я твой должник. Можешь предоставить это мне. Что-то есть. Ладно, продолжаем. Принес? Это твое. Не знаю, как тебе отблагодарить. Вот, возьми. Сойдет.
Ты долго был на кладбище. Нашел что-нибудь? Откуда ты знаешь, что я там был? Это не важно. У меня сандалии в грязи или что-то на лице. Как легко ты догадалась, что я делал. Возможно. Но скажи, какой же бог, по-твоему, опаснее? Посейдон или Аполлон? Почему это так тебя интересует? У меня есть два поручения. Но то, что полегче, пожалуй, может выполнить любой наемник. Более опасное задание я поручу тебе. Один человек решил дать бой пиратам, но его разорвали акулы. Это Посейдон покарал того, кто посмел его оскорбить. Защита земель запретных для смертных. Посейдона действительно можно счесть опасным. О, ты согласна. Это было обдуманное суждение. Я довольна. Вот, возьми это в награду. Ты просила меня судить, но сама судишь меня. Правда? Подумай вот о чем. Тот человек очень рисковал, выйдя в море. Ты сможешь узнать, почему. В эпитафии говорилось о пиратах. Может, они до сих пор опасны. Найди родных того человека в Мегариде, к югу от руин храма Аполлона. Я их навещу.
Мистий, я молился Посейдону, чтобы он послал нам кого-нибудь в помощь. Я почти отчаялся, но ты пришел. Говорят, твоя деревня в опасности. Да. Мой брат ушел в море, чтобы остановить солдат и не дать им сжечь наш дом. Они, знаешь ли, не любят пиратов. Но на его корабль напали, и мой брат не вернулся домой. Акулы кровожадные. Откуда ты знаешь про акул? Я был на его могиле. Соболезную. Спасибо. Ты очень добр. Так солдаты все еще угрожают вам? Да. Но я знаю, что делать. Я построю корабль, который они не смогут потопить, и спасу деревню. Какая решительность? Что еще тебе нужно сделать? Многое. Тут неподалеку обосновался отряд солдат, и собирать материалы стало опасно. Добыть материалы или убрать с дороги этих солдат? Ты умен и прозорлив, как сама Афина. Так как же ты хочешь нам помочь? Я достану материалы, а солдат оставлю тебе. По рукам. Но будь готов к схватке с дриадами. Чтобы корабль вышел прочным, мне нужна древесина оливы и много. Я займусь этим. Теперь он сможет достроить корабль. Кажется, это все. Спасибо. Последнее, что нам нужно, оберегающее око. То, что для носа корабля? Именно. Оно у затонувшего корабля Ариабигна. Если, конечно, его не забрал Посейдон. Я поищу его.